Здравствуйте, с вами канал NameDB. К новогодней ночи мы готовимся заранее, стараемся создать праздничное настроение, жаждем порадовать себя и близких красивым украшением дома, вкусно приготовленным столом и подарками. Однако не менее важную роль в праздновании Нового года играет наш внешний вид. В канун Нового года очень важно выглядеть отдохнувшими, ухоженными и свежими. Однако прежде всего важно тщательно продумать свой образ и определиться с праздничным нарядом. А женщинам нужно продумать еще и прическу и макияж. Платье или костюм, блуза или топ, брюки или юбка. Это может быть что угодно, но желая задобрить водяного тигра, будет полезно узнать, в каком цвете встречать новый 2022 год. Овнам в эту новогоднюю ночь не стоит прятать свою огненную натуру за бледными водными оттенками. Смело подбирайте наряд, отражающий вашу сущность. Он может быть красного или оранжевого цвета, в зависимости от ваших предпочтений. Не стоит особо заморачиваться и насчет стиля. У вас будет хорошее настроение, если вам будет удобно и комфортно. Но вместе с тем постарайтесь придать образу нотки чувственности и некой экстравагантности. Телец особо может не заморачиваться по поводу праздничного образа. Вам не нужны блестящие наряды, броские украшения и аксессуары. В этом году при выборе новогоднего наряда вы можете следовать принципу «чем проще, тем лучше». Предпочтительнее всего окажутся наряды из натуральных тканей теплых тонов. Молочные, персиковые или бледно-розовые оттенки непременно порадуют тигра. Можно отдать предпочтение и классике. Но о чувственности и практичности забывать не стоит. Близнецам при встрече 2022 года можно смело экспериментировать с внешностью. Не стоит зацикливаться на контрасте бледных и темных оттенков. Не бойтесь примерить совершенно неожиданный образ, способный открыть новые грани вашей души. В каждой детали новогоднего наряда должны проявляться оптимизм, свежесть, выразительность и рискованность. Представители знака Рак в эту новогоднюю ночь должны выглядеть чувственными, романтичными, изысканными и вместе с тем скромными. Отдать предпочтение лучше светлым оттенкам. От насыщенных и резких цветов лучше отказаться. Отлично подойдут пастельные тона – молочный, бежевый, перламутровый. Не пытайтесь надевать на себя какие-то кричащие фасоны. Платье не должно быть слишком откровенным. Оно должно быть достаточно скромным, но с секретом. Какая-то интересная деталь или подходящие аксессуары удачно дополнят образ. Львам в год тигра не стоит скрывать свою творческую натуру. Не бойтесь блистать в новогоднюю ночь в нарядах горячих и теплых оттенков. Можно даже добавить нотку драматизма в ваш образ. Особенно тщательно продумать праздничный образ предстоит представителям знака Дева. Людям, рожденным под этим знаком, важно угодить водяному тигру по максимуму. Отдать предпочтение лучше водным оттенкам – голубому, бледно-розовому или бирюзовому. Женщинам знака Дева в эту ночь нужно выглядеть маняще, изысканно и романтично. Самыми яркими и необычными новогодними образами в этот раз могут удивить весы. Уравновешенным и жизнерадостным подопечным этого знака предстоит облачиться в наряды синих и розоватых оттенков. Важно не бояться экспериментировать, чтобы порадовать хозяина грядущего года. Образ должен быть утонченным и грациозным. Встречать новый 2022 год Скорпион может в чем угодно. В эту новогоднюю ночь любой ваш наряд будет к месту. Можете смело облачаться в любые платья или костюмы классического кроя, в сочетании с необычными и оригинальными аксессуарами и украшениями. Смело можно выбирать наряды любых оттенков этого года. Главное, чтобы образ получился смелым, оригинальным и очень элегантным. Одежда стрельцов в эту новогоднюю ночь не должна сковывать движение. Выбирать наряд можно такой, чтобы в нем было легко двигаться и танцевать. Лучше всего отдать предпочтение фасонам свободного кроя. На этот раз идеальными цветами будут белый, синий, серый и фиолетовый. Образ должен быть ярким, смелым, авантюрным и кокетливым. Козерогу не обязательно вдаваться в эксперименты.
Можно выбрать платье или юбку со свитером любимого кроя. Тигру понравится наряд в пастельных тонах. Главное, чтобы образ отличался от обыденной сдержанности своей утонченностью и изысканностью. Думая, в чем встречать новый 2022 год, водолеям лучше выбирать из цветов, напоминающих поверхность воды. Удачным выбором окажется наряд в синих, голубых или серебристых тонах. Не бойтесь выбрать образ, выделяющий вас среди остальных гостей. Ведь вы творческая и неординарная личность, которая и должна быть ярче всех. Для представителей знака Рыбы можно назвать лишь одно ограничение. В ночь на 1 января вам важно избегать черного цвета даже в самых мельчайших деталях образа. Для встречи наступающего года лучше выбрать что-то стильное, но удобное. Не бойтесь примерить на себя чувственный, мечтательный и неординарный образ, чтобы сразить тигра наповал. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!